службе воздушных границ. Именно так назывался праздничный концерт, посвященный Дню войск ПВО. Мероприятие проводилось в зале Дома культуры поселка Петровская. На него были приглашены военнослужащие 5-й дивизии и ветераны соединения. Наши войска, я даже не постесняюсь сказать, являются, наверное, единственными войсками, которые без подготовки мгновенно способны вести боевые действия, то есть отражать удар воздушного противника. После поздравления личного состава с профессиональным праздником командир 5-й дивизии полковник Александр Бережной вручил награды и медали отличившимся офицерам. Для ветеранов вооруженных сил этот праздник особенный. Полковник в отставке Анатолий Григорьевич Бабич в военный городок Петровское приехал в 1960 году. Проходил здесь службу. Это не праздник, это наоборот, я вам скажу, это лишняя степень ответственности, вспоминания за то, что было, как было, как чего делали, до чего добились, как сейчас это поддерживают. День ПВО – значимая дата и для большинства жителей бывшего военного городка, а ныне гражданского поселка Петровское. Я здесь работаю достаточно давно, и все годы моей работы в органах местного самоуправления мы всегда взаимодействовали с воинской частью, и всегда мы проводили такие совместные мероприятия, и военно-патриотические, рассказывали там детям и мирному населению о наших защитниках неба. Мы проводим вместе 9 мая, это День Победы. Войска противовоздушной обороны всегда стоят на страже мирного неба. Это офицеры, которые защищают нашу страну, невзирая на возможную опасность. Они несут огромную ответственность за счастливое будущее каждого из нас. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.